Да, у нее серьги, да, это 28-й лук. Серьги, чтобы они, по-моему, зашли. Меня зовут Тео, фамилия Декан, и сегодня я дизайнер. Хотя последние 18 лет я был одним из, наверное, самых востребованных парикмахеров в Украине и за ее пределами работал с компанией L'Oréal Professionnel и как творческий партнер, и как перформер. Черные ноги, хочу посмотреть. Можно? Пройдись, пожалуйста. Да. Здравствуйте, меня зовут Марина. Я работаю моделью уже год, и сегодня буду участвовать в показе Матео. Ну, безусловно, есть. Я ведь модель, я должна к чему-то стремиться. Потихоньку, я думаю, все будет. В этом сезоне подготовили очень большой показ. Мы использовали только наши силы, украинцев здесь. Нормально, не запутываешься в них? Нет, нормально. Пробежишься, да? Растут производства, несколько маленьких фабрик в городе Киеве уже открыто, например. Маленьких — это значит, что там около 50 человек рабочих мест, и мы рады этому, потому что это в этот период все произошло, то есть прямо сейчас. То есть получается, что такая встряска, она дала нам возможность выбирать, то есть либо мы очень... живем спокойной, размеренной жизнью, либо нужно делать прямо сейчас что-то, потому что ты в какой-то момент почувствовал неуверенность в завтрашнем дне, потому как... Ну, только тело! Я предлагаю просто вот это вот смещение сделать, отрезать вот это, поставить на одну ячейку вот сюда, вот эти переместить, это и пока достаточно. Это я делаю на Украине. То есть у нас есть украинский Vogue, у нас есть украинский Officiel, у нас есть украинский Marie Claire, Elle, Harper's Bazaar. Они тоже переживают не совсем лучшие времена, и вместе с тем красота все время спасает мир. Я не знаю, как о нас думают другие и за пределами Украины. Я знаю только одно, что мы готовим сейчас уже второе шоу, что в Украине продаются... Сегодня мы должны будем попасть на презентацию коллекции новой Prada. Louis Vuitton продает свои сумки, то есть все происходит. Открываются рестораны, люди женятся. И, наверное,
своим примером я могу сказать точно, что у нас все окей.